Степаненко продолжает обрастать недвижимостью. На этот раз юмористка стала обладательницей 2 квартир в самом центре Сочи. Евгений Петросян к жилплощади отношения не имеет. Их Елене Григорьевне оставила в наследство давняя приятельница. Но и тут не обошлось без скандала. Родственники умершей не согласны с завещанием и обратились в суд. Хамовнический суд уже стал родным для Степаненко. Именно здесь больше 3 лет она делила совместно нажитое с Евгением Петросяном. Теперь же в этих стенах в разгаре другой процесс. Родня дизайнера Натальи Моголы пытается оспорить ее завещание. Много лет женщина близко дружила с Еленой Григорьевной. Возможно, даже приходилась ей родственницей. Кто-то назвал ее племянницей звезды. В феврале 2022 года Моголы скоропостижно скончалась в возрасте около 50 лет и неожиданно оставила Степаненко 2 просторные квартиры в самом сердце Сочи, машиноместо и предметы искусства и антиквариат. Морской порт в 5 минутах ходьбы, рядом лучшие торговые центры города, рестораны. Стоимость доли юмористки исчисляется сейчас десятками миллионов рублей.